Я сегодня купила вот такие три красавца. Загляденье просто. Они баклажаны. И два из них сейчас приготовлю. Всем привет! Готовлю баклажаны в духовке, как на гриле. Баклажаны убираем вот эти вот хвостики. Моем, сушим и режем на пластинки. Затем беру миску побольше, подсаливаю каждый баклажанчик. Ну и складываю вот так вот послойно. Подсаливаю следующий слой. Чуть-чуть ручкой себе помогаю, растираю сольку, распределяю ее. И оставляю баклажаны, ну, где-то минут на 10-15, чтобы они просто постояли. Затем взяла форму с решеткой гриль и для подстраховки застелила пергаментной бумагой. Вот такую плоскую тарелку, чтобы было удобно, насыпала муку. И по размеру баклажана беру каждый баклажанчик и обваливаю его в муке на сухую. Можно так вот потереть чуть-чуть мукой. И буду выкладывать на эту форму. Ребятки, форма оказалась маленькая для такого количества баклажанов. Осталось ровно две дольки. Ну, не знаю, может быть, на сковородке пожарю. Больше уместить нельзя. Дальше беру вот такую вот мисочку, наливаю сюда подсолнечное масло. Подсолнечное масло подсаливаю, разбалтываю кисточкой и буду щедро смазывать каждую пластиночку, чтобы они не были сухие с одной и с другой стороны. Этот способ я для себя открыла, когда обнаружила, что у меня мало масла для жарки. И мне очень сильно понравилось. В духовке очень даже полезно, хорошо получается в духовке. И не надо стоять и жарить. Закинул в разогретую духовку и все, и не паришься. Только главное про них не забыть. С одной стороны и с другой стороны сейчас переверну и пройдусь тоже так же кисточкой. Все, они получаются вот такой вот масляно-мучной смеси и отправляю в разогретую духовку до 200 градусов. Вот они только-только с духовочки, видите, горячие, румяненькие такие, как бы с такой корочкой слёбенькой. Класс! Горячо-горячо в духовочке. Мне, знаете, что нравится, что такая... Слышите? Корочка такая. Слышите? Класс! Сейчас один пройдет дегустацию, но я предварительно слегка смажу майонезом. Можно чесночок добавить. Можно, кстати говоря, из духовочки вытянуть на несколько минуточек и посыпать сыром, тоже будет вкусно. Но я сыром не посыпала, потому что мне хотелось именно эффекта, как на гриле. Вкусняшка-вкусняшка получается. Шкрябается, но вам не слышно, наверное. Так, такая легкая-легкая курочка. Вкусно так. Класс. Ну что, дегустация? Ну да, дегустация. Я знаю, что невкусные. Точно знаю. Я уже готовила. Посмотрите. Горячие просто еще. Боюсь обжечься.
Очень-очень вкусно, правда. Очень. Мне здесь сыр не нужен, честно. На хлебушек можно в качестве бутербродика. Вообще, очень классно. Вот, очень вкусно. Супер. Быстро, легко, просто. Вообще без заморочек. Очень классный и хороший рецепт. И самое главное, что он рабочий. Готовьте, не пожалеете. Готовьте всегда с удовольствием и с любовью. Всем пока-пока.